Учасники післяматчевої прес-конференції гравець БК «Прометей» Олександр Мішула та головний тренер БК «Прометей» Ронен Гінзбург. Вітаю з перемогою. Олександре, будь ласка, твій коментар сьогоднішньої гри. Мы готовились, разбирали игру команды соперника, где слабые и сильные стороны. Много чего получилось, мне кажется. Был некий спад в начале третьей четверти, но потом нормально сделали ту же разницу и довели до логического конца встречу. Вот. Какие основные моменты получились, по твоему мнению? Ну, в основном, мне кажется, в желании. Все очень хотели, как бы играли команда вместе, двигали мяч, там... Как бы все командные взаимодействия в защите, закрылись сильные стороны соперника, некоторых игроков, лидеров команды. И так, такая получилась хорошая игра. Спасибо. I think that the first 5 minutes in the first half and the first 5 minutes in the second half, we wasn't play good, but overall all other 30 minutes we play good, especially on defense. Я думаю, что первые 5 минут первой четверти, первые 5 минут во второй четверти мы играли действительно очень хорошо, командно и в защите, в нападении. We play, I respect a lot the Dnipro, they have good offensive players, so we know that we need to play good defense against them. Я отношусь с огромным уважением к баскетбольной команде Днепр. Это прекрасная команда, которая играет очень хорошо в нападении. Немножко лучше надо играть в защите. I think in the end it's good game for us. I was a little bit worried because I know the break coming, so players maybe will be in their head on the break, but they showed that they are ready to play every game. Сейчас после этой игры будет небольшая возможность у игроков передохнуть, и которые не в национальной сборной. Они восстановятся физически, они восстановятся морально и будут готовы с новым дыханием войти после этого перерыва. Рома, показалось, что команда сегодня играла с каким-то особым вдохновением. Если это так, что на это повлияло, по вашему мнению? Today our team play it's very good. A lot of fire in the eyes, and what do you think? What happened? A lot of what? Fires in the eyes. And play very good. And I think we play also almost every game we play fire in our eyes. Also, last game it was a tough game in Krivitsov, and but it was different. It's more defensive game. Our players, you know, I can't complain that they are maybe 10% of our games, even less. We come a little bit flat. Most of the games we are really wants to play. Мы играем каждую игру с огнем в глазах. Игроки очень хотят выигрывать, и сегодняшние игры не исключение. Они также прекрасно работали, в кое-каких моментах немножко проседали. Это потому, что Слава Кравцов прекрасно играет в защите. Но, тем не менее, то есть игроки очень хотели одержать сегодня победу. Возможно, поэтому это стало причиной яркой игры. Вы все больше и больше игрового времени доверяете Саше Мишуле. Насколько вы довольны тем, как он набирает форму после травмы и вообще вписывается в командную игру? Александр Мишула play step by step more time in our team. What do you think about him? I don't need to say who is Alexander Mishula. For sure, he's a great player and did a lot in Ukraine basketball. Я думаю, что Александр это прекрасный, великолепный игрок, который делает очень огромное, очень многое для нашего украинского баскетбола. He came after a big injury and first of all him himself, it's we know that it will take him more time. Он вернулся после очень большой и тяжелой травмы. Нельзя дать ему было сразу огромное количество игрового времени. I believe that now maybe is 50-60% of his ability. Я думаю, что сейчас он готов примерно на 50-60% своих возможностей. But he knows, and we know all the players knows that we have long roster, and every day someone else can play more minutes or less minutes, and he know that he signed with us that this is the situation.
И в каждой играх я стараюсь давать каким-то игрокам немножко больше времени, каким-то меньше времени в плане отдохнуть, передохнуть, перестроиться. And for sure, is after recovery complete, his future is bright in our team and in the future. И я думаю, что после возвращения, после восстановления, он сможет играть с новым вдохновением, сможет играть дальше. Today he came in a crucial moment that we have a little bit difficulty against the zone, and he scored 3 points, 6 points, and he opened the game. Он немножко не может пока еще играть полностью прекрасно в защите, в зонах, поэтому он старался держаться на трехочковых и произвел прекрасные выстрелы, и с попаданием это помогло нам дать какой-то рывок.